Сегодня новосибирские чиновники проверили, как идут работы по замене теплотрассы. Этим летом в столице региона уложат больше 100 километров коммуникаций. Александр Могилин знает, насколько изношены трубы в мегаполисе. 113 метров теплотрассы на Фабричной улице подрядчики ремонтируют с начала июля. Часть труб уже поменяли, новые выглядят меньшими по объему и как будто из специального сплава. Но это только на первый взгляд. Труба, железо одно и то же, только разница в изоляции. Это предизолированная труба, она наносится изоляция в заводских условиях. Она более качественная, более долговечная. Прослужат такие трубы, если верить заводской гарантии, 30 лет. Капитальный ремонт занимает много времени, хотя сама замена теплотрассы проходит быстро. Задержка из-за подготовительных работ и раскопок на асфальте. Для автомобилистов сплошные неудобства. Ремонт теплотрасс – это почти всегда сужение проезжей части, а значит и пробки. Но по-другому никак. Большинство магистральных теплосетей Новосибирска проходят прямо под автомобильными дорогами. Всего в мегаполисе за лето отремонтируют 105 километров теплосетей. Деньги выделяются из трех источников – энергетической компании, а также регионального и городского бюджетов. В целом по Новосибирску объем ремонтов по теплосетям увеличен более чем в 3 раза. Это включая и объекты МУП-энергии, и объекты городка, да, сурановские объекты. По нам примерно рост в 2 раза. Но даже такие темпы, по мнению специалистов, капля в море. В огромном городе тысячи километров старых труб, срок годности которых давно уже истек. Теплосети изношены на 83%, а ремонтируют каждое лето не так уж и много. Требуется по нормативу перекладывать около 4% сетей в год. Тогда это как бы будет на постоянном уровне, чтобы износ держать. Ну вот мы, в принципе, в этом году практически до норматива дотягиваем. Чтобы зимой не было порывов и аварийных отключений, в идеале нужно поменять все 83% старых труб по всему Новосибирску. Но пока это из области фантастики. И ежегодно капитальный ремонт проводят только на тех участках, которые ждать уже не могут. Александр Могилин, Алексей Погудин. Новости ОТС.